Да, что хоть одну пиписью мы сегодня должны точно увидеть. Будь это Чуев, пипися, либо Маринина пипися, как бы. Давайте, ребятки, одна прикрепляет вот сюда, а одна прикрепляет вот сюда, другая вот сюда, значит, это открыто. И прям с разбегом буль-буль-буль и плюх, и все. Писю! 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 У меня это... К вам деловое предложение. Какое это предложение? Меня не любит, ненавидит. Что дальше? Мне без разницы. Общаюсь с другими мужчинами. Мне без разницы. Зачем вы меня сюда приютили ночью? Значит, здесь вы хотите, раз тебе говорю, чтобы мочил? Я стал вашим зятем? Что, логично? Что ли? И вашим мужем. Пошел вон отсюда. Поэтому пошел я должен вон, прямо пошел сейчас вон, развожу. Вон, пошел вон отсюда, сука. Пошел тихо, вон. Тихо, вот. Не надо. Вы очень сильно бьетесь и оскорбляете. Да, а бьет, значит, выйди, любит. Выйди. Что это за рукоприкладство? Выше, сказала отсюда. Мама, значит, смотри. Что за рукоприкладство? Выйди отсюда, выйди. Все нормально. Выше отсюда. Если мы то все дебилы, понимаешь, то вы нормальные. Ты это... дебилы, ты дебил. Мы имели вы два фрика. Я ей развода не дам. Она по документам должанская была. Сейчас. Я буду драться с тобой на кулака, на тачке, на шпагах. Свою нет. На тачке на своей бумажке. У нее ничего нет. Она свободная девушка. Она по документам должанская. Руки свои убери. Брачное свидетельство лежит в консульстве. Куда вы так и не доехали вчера. Вместо этого были в брачном салоне. Мам, повыше, повыше. Снимаем? Все. Я не участница. Я сегодня покидаю проект. О, квартирка. Николай, заселяйся. Я уже свои вещи принес. Ты неси свои тоже сюда. Неужели мы до этого дня дожили? Ты знаешь,